Привет, ребята! Если вы хотите, чтобы Сэхер и Яман были счастливы, если вы не хотите, чтобы второй сезон стал финалом, давайте нажмем кнопку «Нравится» и увидим наш номер. Сможет ли Зухаль взять на себя компанию Ямана? Какое отношение новый соперник Ямана имеет к Зухаль? Примирится ли наконец Яман и Сэхер? Какая большая опасность поджидает Ямана? Здесь я отвечу на все ваши вопросы, ребята. Перейдем к новой части нашей серии. Теперь все изменится в новом эпизоде нашего сериала. Потому что Сэхер и Яман откроют новую страницу в вашей жизни. Если вы помните, Сэхер и Яман расстались в прошлом сезоне. Но с приходом второго сезона Сэхер снова простит Ямана. В результате наша пара сойдется. Зухаль захочет отомстить Сэхер за потерю сестры. Зухаль проигнорирует то, что он стал причиной смерти своей сестры. И Сэхер, который невиновен, не увидит правды и увидит ответственность. Поэтому сначала Зухаль будет готовить коварные планы для Сэхер. Но благодаря поддержке Ямана Сэхер не причинят вреда. Зухаль попытается обнищать Яман, используя акции компании. Конечно, Зухаль потерпит неудачу и в этом плане. Позже к сериалу присоединится человек из прошлого. Прибытие этого человека будет иметь очень плохие последствия для Сэхер и Ямана. Потому что этот человек будет соперником Ямана. А этот человек – сводный брат Зухаль. Несмотря на то, что Зухаль не любит своего сводного брата, она будет сотрудничать с ним в его работе. А Зухаль и его сводный брат будут сотрудничать и творить зло. В то же время этот человек одержимо влюбится в Сэхер. Он даже попытается уничтожить Ямана и получить Сэхер. Этот человек совершит большую ошибку, думая, что сможет получить Сэхер. И он получит хороший ответ, проиграв этот бой. Так что, даже если возникнут трудности, любовь Сэхер и Ямана не причинит вреда. Но все же Сэхер и Яман должны быть осторожны. В противном случае жизнь и любовь нашей пары могут быть повреждены. Приезд Дуйгу даст Али новые надежды. Потому что, когда Али обижается на любовь, он снова влюбляется. И Али сможет начать новую жизнь. До сих пор у Али были большие трудности. И каждый раз испытывал одиночество. Но в этот раз для Али наступят счастливые дни. В результате Али будет счастлив с Дуйгу. Конечно, Султан по-прежнему будет этому очень рад. Кроме того, Фират, Ибрагим и Кара также поддержат Али. При каждой поддержке вас ждут приятные сюрпризы. Я надеюсь, что Сэхер и Яман никогда не расстанутся и будут счастливы навсегда. Что ж, как вы думаете, Зухаль наконец достигнет своих целей? Буду ждать ваших комментариев ниже. Объявлена дата выхода нашего сериала. Наш сериал выйдет в эфир в понедельник, 13 сентября. Другими словами, наш сериал снова будет перед нами 13 сентября с новым сезоном. Поэтому всех нас ждет много неожиданных эпизодов. Потому что отныне в сериале будут более счастливые сцены. Фактически, Сэхер и Яман снова помиряются. С этим примирением наступят счастливые эпизоды. Но иногда в сериале будут и грустные сцены. Потому что к сериалу присоединятся новые злодеи. Особенно эти люди – новые соперники Аксака и Ямана. Новый соперник Ямана Сэхер и Яман присоединятся к сериалу, пока они разлучены. Даже в трудные времена Сэхер этот человек поддерживал ее. Сэхер усердно работал на Юсуфа в этом процессе. И Сэхер всячески старался уберечь Юсуфа от затруднений. Следовательно, этот человек, возможно, находился под влиянием Сэхер и влюбился в нее. Как? Будто Селима было мало в жизни Сэхер, на Яман придут другие соперники. Но поскольку Сэхер любит Ямана, она никого не увидит. Фактически, Яман никогда не покинет сознание Сэхер. Об этом свидетельствуют кошмары, которые видит Сэхер.
Конечно, позже Яман и Сехер воссоединятся, и все проблемы исчезнут. Но до тех пор мы будем наблюдать за ревностью Ямана. Кроме того, Аксак придет зла Яману. С приходом Аксака жизнь всех изменится. Потому что Аксак навредит Яману и захочет его ликвидировать. С одной стороны Селим, а с другой Зухаль тоже будут делать зло. На наш взгляд, несмотря на все плохое, хорошее побеждает. И события укрепят связь между Сехер и Яманом. Фактически, благодаря этой крепкой связи у Сехер и Ямана будет ребенок. Кроме того, Зия женится после того, как Яман и Сехер помириются. С этим браком в жизни крымчанки будут наблюдаться серьезные изменения. В новом эпизоде нашего сериала Яман наконец-то найдет Сехер. Обретение Яманом Сехера снова даст ему мир. Потому что Яман знает, что без Сехер нет жизни. Вот почему Яман никогда не откажется от Сехер. Сехер сначала попытается держаться подальше от Ямана. Потому что Сехер до сих пор считает Ямана убийцей своей сестры. Сехер будет думать о своей любви с одной стороны и о мести с другой. Но любовь восторжествует. И хотя Сехер не знает фактов, она даст Яману шанс. Так что Сехер никогда не узнает, что Яман невиновен. Хотя Сехер не может узнать правду, она простит Ямана. Но если флеш-память в Зухаль раскроется, Сехер узнает правду. Или Сехер достигнет истины благодаря Ферату и Али. Кроме того, по всей вероятности, Сехер простит Ямана. Будут счастливые сцены, когда Сехер прощает Ямана. В новом выпуске нашего сериала нас всех ждут прекрасные сюрпризы. Потому что Сехер и Яман наконец встретились. Первоначально Сехер выступил против Ямана. Но когда сила любви восторжествовала, Сехер сел и выпил кофе с Яманом. Когда Сехер пил кофе с Яманом, у нее был разговор. В своей речи Сехер сказала, что хотела убежать от всего. Но пока Сехер пыталась сбежать, она сказала, что на самом деле не может сбежать. Яман, с другой стороны, слегка улыбнулся улыбке Сехер. Улыбка Ямана откроет дверь для второй любви к Сехер. Сехер, с другой стороны, выразила те слова и сказала, что до сих пор любит Ямана. На самом деле Сехер все еще любит Ямана. Если бы Сехер не хотел Ямана, она бы не села и не выпила с ним кофе. Эти события показывают, что Сехер простил Ямана. В следующих сериях Сехер полностью поговорит с Яманом. Яман также будет очень рад снова видеть Сехер. Яман поклянется никогда больше не расстраивать Сехер. Но пока невиновность Ямана никогда не будет раскрыта. Сехер некоторое время не узнает, что Яман невиновен. Также в нашу серию вошли два имени. Ипек Аркан пришел в наш сериал с ролью Дуйгу. А Берин Демиркая, возможно, пришел за Зией. Ничего не скажешь. Так как роль Берин Демиркая пока не определена. В некоторых соцсетях говорится, что Зия выйдет замуж за Берина. Если Зия выйдет замуж за Берина, новым злодеем в нашем сериале станет Берин. Берин никогда не сдастся, пока она не разделит Сехер и Ямана. Если никто не обратит внимания, Берин заберет все наследие крымской семьи. Мы подошли к концу этого аналитического видео, друзья. Вы можете поддержать, подписавшись на канал и поставив лайк этому видео, чтобы скоро наступил новый сезон нашего сериала. До встречи в следующих видео.